Всем добрый день! Мы сегодня находимся в Миассе. Замечательный город. Это один из первых наших городов, ну вот, которые, я считаю, как франчайзи-партнеры открывались. Получается, в 2015 году это было. Вот, верно? Да. Сегодня 7 лет, точнее 7 августа будет, да, мы когда снимаем. И Людмила Геннадьевна, ну, огромный, провела, ну, фронт работ здесь, сейчас она все нам расскажет, время специально выделили, я считаю, что это очень важно, это успешная история, и она уникальная история, и Людмила Геннадьевна тоже, давайте слово Людмиле. Спасибо. С чего начнем? А с чего хотите? 2015 год, франшизу взяли, было 10 человек, сейчас у нас 83. Пойдемте, да, при этом, пойдемте, да, двигаться. Еще у нас... Еще 6 городов. Угу. Мы растем городами больше, чем менеджерскими группами. На сегодняшний день у нас Миасс Чебаркуль 7 менеджерских групп и в общей сложности 6 городов. Это Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Куса, Сатка и Южноуральск. Планируем открыть еще небольшой город Карабаш и город побольше, 80 тысяч населения, это Троицк. Так, ну давайте, как у вас здесь все происходит? Здесь вот. У нас клиентский зал, зона ресепшн. Причем это не весь, там еще один дальше, да, это правильно? Первый клиентский зал. Да, у вас их два целых. Да, доска наших партнеров, наши девочки-специалисты департамента. Сейчас мы спросим их. Так, единственный нюанс я добавлю, кто-то удивляется, но где клиенты? Это суббота утро снимается все. Да, да, мы... но одни клиенты уже были у меня. Я сегодня подписала задаток. Все круто, вы сами по лично. По коммерции, да. Слушайте, я думаю, чего вы такая счастливая? У меня все было спланировано полчаса. Вы даже не заметили. Да? Все круто, круто, полный зачет. Так, я тут уже познакомился. Катя, рассказывай, как дела идут? Отлично, работаем. Так, как, сложно, нет? Нет. Так, у тебя какая зона ответственности? Ты ж не только, ты, наверное, всем занимаешься, что называется. Понемножку всем. Ну, самое такое необычное. Ну, обработка заявок, звонков, встреч клиентов. Так, а с менеджерами как-то там процесс управления, не знаю? Мы с менеджерами нет. Ну, нет, я, да, по крайней мере, Татьяна. Так, ладно, Тань, давай, наверное, тогда тебя спросим, ты рассказывай, как дела у тебя. Ты тоже здесь сидишь, да? Да. Мы посменно тут работаем. И суббота, воскресенье? Да. Тоже у вас... И выходные, и без выходных, 24 часа в сутки. Таня в отпуск была 2 недели, ну, не заметила. Да. Да? Этого отпуска. Ну, понятно. Так все хорошо, интересно, работа разнообразная. Нет такого, что приходишь... И вот так вот одно и то же делаешь. Угу. Не скучно. Не скучно. Ну, да. Тем более вместе, когда я вот сейчас вот понимаю, даже вдвоем должны сидеть на ресепшене, чтобы просто скучно не было. Два даже, да. У нас есть территории, где, к сожалению, там это. Так, Настя, ты у нас? Тоже специалист департамента информации. Год работаю, уже очень нравится. А ты где сидишь? Здесь. Здесь, вас тут трое обычно. Нет, посменно, мы с Таней 2-2 работаем. А, посменно, да? То есть вы это, у вас 2-2. Ну, понял, все интересно, ладно. Так, молодцы. Все, давайте дальше смотреть. Во сколько обычно первый риэлтор на работу приходит? К 8. К 8, да, у вас? Да, у вас. Все, хорошо. Да, так, Людмила Геннадьевна, рассказывайте. Так, ну здесь у нас сувенирка, но, правда, мало в последнее время стало, да. Ну, есть. Такая витрина. Витрина, витрина. Да, да, риэлторы покупают клиентам, дарят. Слушайте, у вас круто, у вас везде вентиляция, да, своя? Почти везде, да. Так, я знаю, у вас офис-то весь собственности, да? Весь собственности, в общей сложности это 550 квадратов. Да, это примерно. Молодцы. Вы в кредит? Все один как... только остался в кредит, ну, маленький. Чуть-чуть там квадратов. Уже, да? Да, у нас сейчас златоустовский офис в кредите. А, в кредите. Ну, слушайте, тут вы вот все-таки в аренду не сильно верите, да? Нет, не верим. Да, Глеб Николаевич говорит, что надо покупать. Следующий на очереди Чебаркуль. Чебаркуль, понял. Там ну, в аренде сидим 100 тысяч плачем очень дорого. Вторая переговорка? Да. Все более-менее стандартно, я считаю. Пойдемте дальше. Это еще одна переговорная комната. Это второй. Вот тут, кстати, я думаю, клиенты нет-нет допадали. Нормально? А? Нормально? Даже не детскую комнату сделали, я смотрю. Да, это у нас здесь второй клиентский зал. Здесь встречи с клиентами. Менеджер проводит встречи с сотрудниками, если заняты все переговорки. Собеседование HR проводит также, если переговорки заняты. Ну, то есть она у вас такая смешанная зона, да, здесь она такая? Смешанная, да. То есть и для... Сами, если надо, с клиентами. Круто сделали. Здесь у нас юрист-договорник попросил отсадить подальше. Да? Чтобы это... Слушайте, вот тут хорошая переговорка такая. Да, здесь у нас проходит электронная регистрация сделана. Вот здесь, да, все проходит? Да, ну и, соответственно, менеджерские группы, какие-то совещания, отчеты у меня здесь перед сотрудником, вот здесь, у меня есть, да? Это в традиции, в цикле управления, отчеты сотрудников передо мной, стильно. Перед зарплатой. Вот мы как раз 3-4 все это провели.
Так, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, еще раз, еще раз. Так, хорошо. Здесь у нас... Это кабинет АУП. Здесь сидят юристы, ипотечники, маркетолог и я. А, и еще... А ваше где место? Мое вот здесь. Вот здесь. Ну все, буду знать. Так это скромно достаточно. Так, вот здесь у нас ипотечный отдел. Угу. Лена, это как руководитель. Ипотека плюс юристы, у вас совмещенный руководитель, да? Совмещенный руководитель, да. Когда к этому пришли? В сентябре 2021 года. Вот так мы вот, да? Давно шли. Вот, ну, в общем, хеджировали. Угу. И взяли одного. Ну, все правильно. Угу. Вот Катя маркетолог у нас с января. Да. Вот умница девочка. Кстати, у нас подарки были на прошлый день рождения. А, это что это сделали? Это вышивка. А, вышивка, да? Да. А это сердце на Златоуст подарил 6-летие. Угу. Так, это у вас еще объявление, да, так после этого? Да. Коллеги, я предлагаю посмотреть. Тут есть транзит. Рабочий механизм, да? Рабочий, да, клиенты смотрят. Вот даже отрывают, это вот клиенты отрывают. Слушайте, ну такой интерес. У вас вообще вот визуализаций много, если откровенно. Еще надо больше. Да? А вот вы тут с клиентами фотографируетесь, правильно я понимаю? Да, это фотографии с клиентами, и по итогам месяца мы вешаем... Сюда. То есть это из постов риэлторов. Из постов риэлторов, да? Да. У нас есть светофор качества. По лучшему обслуживанию. Даже так. Там много чего. Какой, если не секрет? 20, плюс 1% мотивации. 25 баллов. Каждый, кто получает, 1% дополнительно круто. Получает. Круто. Там есть и отзывы клиентов, и посты. Вот. Ну, если демотивация, то есть кто минус 2 и больше, у того минус 1. Так. Но минусовые можно отработать. Котята, что за конкурс? Конкурс котята, конкурс среди менеджерских групп. В каждой группе должен быть котенок. Это новичок 03. А, вот так вот. Вот, да, и мы даже завели победителя на конкурсе на поездку в Москву. Даже шесть так. Месяцев вот эти конкурсы по баллам будут. Слушайте, любите вы тут конкурсы? Молодцы. Тогда это наши лидеры. По итогам июля. Загородка, межреп, коммерческая ипотека. Все, я уже с некоторыми познакомился. Да. Сначала сидели здесь все вместе. Здравствуйте. Андрей Самилов, это из топовых риэлторов наших, всегда вот. Андрей, как долго уже риэлтором? Третий год. Как успехи? Ну, Людмила Геннадьевна лучше оценки, да? Чем сам я. Ну, самая, ну как это? Десятка входит. Стабильно, да, входит? Кризис как сильно сказался? Ну, немножечко, если чуть-чуть и дотянул до экспертности в этот раз, да? И о чем немножко морально сильнее. Эксперт что дает право? Эксперт право дает... Доход такой. Есть привилегии, да. А, привилегии. Ну, скажите, какие там что? Привилегии – это стабильное место на дежурстве в течение полугода. Да. То есть, да, для меня что это удобно, я привык уже работать в воскресенье именно целый день. А, вот так вот, то да? То есть это комфортно. Так, да. Какой день отдыхаете тогда? Отдыхаем, когда есть часик другой свободный, то есть я ловлю на часик. Понятно. Есть, ну, но на телефоне всегда, в любом случае. Ну, у нас вот так, конечно, работать надо много в нашей системе, это много. Правда. Ну и доходы да. Зато там, да, не да. 20 тысяч, что называется. Да. У экспертов у нас привилегии. Это самое главное – любить работу, я считаю, да, и у меня приоритетное качество с клиентами. Согласен. А вот то, что ноутбуки удобны, нет? Компьютер, на мой взгляд, клавиатура компьютера, она немножко поудобнее. Поудобнее, да, будет все-таки. Но, тем не менее, их здесь нет. Они есть в клиентском зале. В клиентском зале, а если что, там, да, и надо работать. Mm-hmm. Ну вот, звонят уже, все, понял. Ладно, Андрей, спасибо, надо, клиент превыше всего. На. Так, здесь смотрите, вот это интересно рассказывать, я уже видел, да? Это так, круто. Это рейтинг новичков. За каждые, это у нас HR лучше расскажет, за каждые, по-моему, 6 звезд дается у нас 50 визиток. То есть к достижению чего-то у нас дается, так, потом реклама дополнительно дается, в общем... Ну, то есть можно, грубо говоря, ресурсы получать, если да. Ты новичок и успешен. Да, да, да. Большая звезда за что дается? А это просто так. Просто это чтобы красиво было. Это просто, да, разные. А я думал, что еще и тут так это сделано. Да, разные вырезки. Так, здесь у нас группы свои показатели. Ну, делают, да? Да. Это у нас мозговой штурм проходит. Вот так, да, клиенты. И вы все это сохраняете. Да, клиенты, объекты горячие. Все здесь сохраняем. Угу. Так, у каждой стол это одна менеджерская группа. А вот так вот, да, у вас? Да. Ну, там вот два было, Ольга Александровна, большая группа. Так, как дела? Все нормально? Да. Ладно, все, молодцы. Так, ладно. О, я сейчас, знаете, что сделаю? Надежда, да, мы уже с Надеждой познакомились, все пообсуждали. Я считаю, очень талантливый человек. Тут заместитель, был HR-директором, да, и потом перешла на должность заместителя. Спасибо. Вот, Надежда, в чем суть риэлторского бизнеса? Риэлторский бизнес – есть люди, есть деньги. Это что касается риэлторского бизнеса. А что касается риэлторов, клиент должен быть всегда доволен. То есть семейный риэлтор – это круто.
Угу. Да? То есть клиент доволен, риэлтор доволен, менеджер доволен, роб доволен, директор доволен, все в плюс. Ну вот тут даже, в принципе, у нас даже по финансовым показателям, я считаю, оригинально вы одни из там лучших по доходу, по маржинальности, по доходности. То есть, понятно, если там 500 квадратов собственности, да, наверное, это о чем-то говорит, что франшиза выгодная, что называется. Вот. А в плане вот именно, я так понимаю, сколько надежды вы были, привлекали прям риэлторов там? Я вообще врач. Так. Начнем с этого. Да, один из лучших менеджеров был педагог. Я обычно с утра уже штурм проводили, в основном обсуждали, да? Надежда, какой врач? Я врач-терапевт, но я всегда работала заведующей отделением, руководителем, там, главного врача. Врачи у нас хорошо работают. Да. У меня мама врач, кстати. Да? Ну да. Вот, да, отлично. Да. Детский, а? Нина Павловна, биолог у нас. Биолог. Да, да, да. Она, это, у нас многие лучшие риэлторы, медицинское образование. Ну, это системный подход, потому что диагностика, лечение и так дальше. Я зашла как бизнес-тренер, то есть у меня второе образование психолога, я зашла как бизнес-тренер, через 3 месяца HR-директором стала, ну и дальше вот я 1.5 года была HR-директором, дальше с января заместителем директора по продажам, ну и HR тоже на мне. Набирать тяжело, нет, как вообще? Сейчас труднее, да. Стало. Труднее, да, стало? Ну, сейчас фиксируем это, фиксируем. Ну, мы показали хороший, я считаю, прирост за 2 года, когда вот я была, да, я уже озвучивала, это было плюс 15 человек, плюс 20 человек. Это делать можно при одном условии, когда у того, кто набирает, горят глаза. Во, правильно. Горят глаза, когда он любит риэлторов, любит риэлторскую профессию, когда он хочет сделать, ну, добро в плане звезду найти, да, Нина Павловна всегда говорит, ищите звезду. Звездой может стать каждый, если он хочет, и есть правильный инструмент. Надежда, я с тобой тут пообщался уже 3 часа сейчас на встрече. Мы с 8 утра, кстати, уже тут, в субботу, да, многие пришли, молодцы, мы все пообсуждали. Вот я понял, почему у вас тут все хорошо. Все, молодец. Спасибо большое. А мы сейчас еще пойдем вместе мероприятие в лесу, да, у нас футбол и катание по Тургаяку на яхте, да? Нет, да, будет на яхте. Все, там пообщаемся. Продолжим. Да, продолжим. Спасибо большое. Все, молодцы. Так, библиотека Сбербанка, обратите внимание. Это правильно, это подход, это выше, показатель. Еще. А выше библиотека. О, тут моя книга даже. Вот такой. У нас много еще аудиокниг тоже, мы говорим. Да? Слушайте, а я аудио... А это эти наши? Это старт. Слушайте, у вас круто, пойдемте дальше. Так, у нас, смотрите, лучшая группа месяца получает кубок. Кубок, да? Да, чемпиона продаж. Мы круто. По какому показателю, если не секрет? По-разному. Каждый месяц разный показатель. Этот показатель, в этот раз у нас набор объектов по загородке. В разрезе на одного риэлтора в группе. Ну, то есть он такой какой-то разный, да? С конфетами он, да. Понял. Он выручает с конфетами и пока бессменно в моей группе сидит уже 3 месяца подряд, как менеджер. Все понял. Конфеты не едят, да? Едят. Почему? Он полный был? А, полный был. А, все понял. Прикольно. Хорошая идея, кстати. Еще есть кубок по сделкам. Он уехал в этот раз в Шмаркуле в Италию Салахову. А, все понял. Вот, а это у нас традиция, как у всех. Вот имею право... Маленький, да? Имею право сегодня... Полноценное, давайте. Все круто, круто. А если хлопают, да, всегда? Да, все, классно. Ну, слушайте, а если не секрет, какая комиссия? 195. Ну, нормально. Все, это более чем. Так, давайте... Вот наши эксперты. Эксперты, да? Да. А, значит, по экспертам... Вот главное, мотивирующие, маркетологи чувствуют, работают. Значит, эксперты. Раз в полгода, кто сделал минимум 1 000 000 валовой выручки, причем у нас не с января по июнь, а с февраля по июль. Мы как раз к дню рождения компании делаем. Это рекорды вообще по нашей сетке. Вот, ну, этот полгодие было тяжелым, поэтому всего 5. А так вообще 10. Мотивация какая? Кроме закрепленного места дежурства, красного стула и закрепленного рабочего места, это 50% фиксировано на полгода. А, вот так вот. Без, ну, то есть процент. Без всяких ятек, что называется. Всяких, да. Все понял. Так, давайте дальше посмотрим. Так, здесь у нас... А, здесь кухня, да? Здесь кухня, да. Здесь у нас еще один маленький конференц-зал, рабочий для проведения совещаний, планерок. Слушайте, вот это хорошая идея. ЖД вокзала как будто взяли. Так, Максим помещается за столом, опоздавшие сидят на диванчике. А, на диванчике, ну понял. Ладно. Так, молодцы, слушайте, классно сделано. Здесь нет ничего, здесь елка. Да? А, вот, посмотрите.
Вот, даже тут все эффективно организовано. Место хранения елки между дверями. Зачет ведь. Так. Хотя не это все нормально. Это у вас рекорды, да. Да. Вот все понял. Рекордсмен Виталий Салахов, он будет сегодня тоже. А это как-то районы расклейки, да, у вас? Это район расклейки и количество подъездов в каждом районе. Круто, слушайте. Слушайте, вы молодцы. Тут есть что посмотреть многим. Я уверен, очень интересное будет видео. А вот еще тот зал давайте посмотрим. Да, так. Это у нас второй риэлторский зал. Второй риэлторский зал. Елена Валерьевна. Так, да, да, да. Так, здесь две группы. Две группы. Ну, тут просторно достаточно. Здесь просторно, да. Поэтому надо наполнять, Лена Валерьевна. Так, давайте вот к Наталье подойдем, спросим. Я вот про Наталью уже все знаю. Наталья у нас была риэлтором, была одним из лучших, да, я так понимаю? Экспертом, да, была. Да-да-да, экспертом. А? Сейчас менеджером. Мясо чем-то от других городов отличается? Чем? По работе? Да, по работе, да. Ну и может не по работе. Я думаю, нет, не отличается. Достаточно большой город у нас. Клиентов много, работы много. Кто хочет, тот работает, зарабатывает. Какой у вас рекорд по сделкам был? Месяц? Да. 10. 10, да, ну это нормально. То есть это более чем, тем более, что менеджер еще там успевает, что называется. Теперь не успевает менеджер ничего. Теперь только менеджер. Ну, управленческая работа, она такая, она требует жертв, чтобы потом там все нормально было. Ладно. Тут, кстати, коллеги, что я обращаю внимание, тут реально комфортно. Тут, во-первых, везде вентиляция мощнейшая, ну, хорошая стоит. Во-вторых, потолки высокие, свет, то есть, ну, все по стандартам сделано. Все для людей. Да, все можно реально работать. Вот. Я тут, знаете, нахожусь, мне прям комфортно. Да, у нас те, кто приезжает, говорят, ребята, слушайте, у вас такая вот атмосфера прям заряжает, хочется работать. По Челябинску, кстати, мы постоянно приезжают, они говорят, как у вас классно, у вас прям заряд такой бодрости получаешь. Да, круто. Они поэтому там хотят ездить. Все, приезжают понял. Часто. Да. Ладно, все, Наталья, молодец. Да, мне очень нравится ваша атмосфера. Так, пойдемте дальше. Здравствуйте. Так, здравствуйте. 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 Так, пойдемте и посмотрим еще конференц-зал. Так, ну что, здесь у нас конференц-зал. Посмотрите тоже. Слушайте, ну тоже классно. Круто, на мой взгляд. Здесь еще вентиляцию успеете поставить. Да, ну это вопрос времени, я уверен. Зато окна пока есть, потом там успеете. Вот, коллеги, смотрите, какое резюме. Мясо – это замечательный город. Население, кто не знает, 150 тысяч, по-моему, 160 тысяч. Результаты хорошие, у нас все открыто. Какой тут рекорд выручки был у вас, получается? 10,5 миллионов. 10,5 миллионов, да. Мясо Чебаркуль, два города. Да, да, да. И получается там, ну, где-то 20% маржинальность была, да? Плюс-минус. Да, 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 да. Вот это хороший показатель. Вот, все эффективно, команда заряженная. Вот, Людмила Геннадьевна у нас очень хороший, скажем так, статус по сети имеет. Она у нас член советов директоров была несколько раз. Нескольких составов, франчайзи, партнеров. Вот, много инноваций сделала. Я сейчас посмотрел, бизнес-процессы, слушайте, мощные. Претендует, вышла финал игры клиента. У нас проходит финал, приз там 750 тысяч. Да, и знаете, я в отпуск уезжаю в понедельник. Да вы что? Да, вот. Вот как сработаем, посмотрим. Посмотрим. Пока мы на первом месте. То есть, да, на первом месте осталось всего два участника. То есть было 100 там участников, по-моему. 70. 70, да, участников было. Два участника города осталось, приз там 750 тысяч. Вот, там я надо, ну... Целый механизм. У нас мотивация на эти 750 расписаны на каждого. На каждого, да. Да, у нас, значит, половина призового фонда уйдет на щиты в город, а половина сотрудникам. Половина сотрудникам. Ну, слушайте, крутая идея. Поэтому и лидируйте. По 2000 риэлторам, ну и там по 20 тысяч менеджерам, короче, все расписано. Все, слушайте, круто. Вообще, надо победить. Так, ладно, понял. Слушайте, Людмила Геннадьевна, вам большое спасибо. Еще раз поздравляю с праздником. Я 7 лет обещал приехать. Ни раз не был. Вот, да, и... У нас еще не закончен сегодня праздник. Нет, я не уезжаю, все нормально, я останусь обязательно. Вот, но сам факт, что надо было раньше приехать, если честно. Я вот так вот скажу, да, что надо было раньше приехать. Действительно классная атмосфера. У нас очень много в сети городов, это именно такого формата, 100-200 тысяч. То есть там, ну, прям хорошая и доля рынка, по-моему, больше 30%, да? То есть, ну, стремимся это... к 40. Стремитесь уже, ну, тоже показатель. Вот поэтому все нормально, можно строить бизнес в современных условиях. Вполне. Людмила Геннадьевна, вам просто большое спасибо. Спасибо вам. Молодцы.